снова на связи. Обязательно досмотрите это видео до конца. В этот раз я переезжаю в Москву. Будет очень много интересного. Вообще я вам расскажу, почему я решил уехать. Друзья, знакомые, с кем не увиделись, не повидались, я прилечу обязательно и еще увидимся. Погнали. I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard every day, yeah, yeah, yeah. Yeah. But today is my day, it's my day. And no matter what they say, it's my day. La 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 la, yeah. Roll up to the spot. Feeling real good. Think you gon' talk shit, you better not. My homies real hood. They say logic, why you do that? I don't know, I don't know. Yeah, they used to be like who that? I don't know, I don't know. Now they know my name wherever I go. Used to think that's what I wanted, but now just don't know. No, I can't fuck with that knuck if you bucking back. Yeah, I've been working, but I ain't got nothing back. Tell me the daily now, hold up, wait, daily now. Ну что, друзья, с Богом. Вот в этом доме, на 5-м этаже, заплатил я, значит, 16 тысяч, все включено. На самом деле очень повезло с хатой от собственника. Еще заплатил 16 тысяч, это то есть депозит, как за последний месяц при съезде он также возвращается. Погода у нас сегодня хорошая, уже все тает, вчера валил снег очень сильно. Сейчас я еду в центр. Вообще погулять, посмотреть Москву. Так что смотрите и не переключайтесь. Поехали. Добрый день. Мне, пожалуйста, трешку. Я не знаю, как это называется. То есть на три транспорта. Или тройка, да. Я просто приезжий, не знаю еще. Спасибо большое. Так, ну все, друзья, я купил себе карту, называется тройка, то есть это в течение месяца можно ездить на любом транспорте. Короче, карта рассчитана безлимитно на 30 дней, то есть в течение 30 дней я могу хоть сколько ездить и на автобусе, и на трамвае, и на троллейбусе. Короче, на всех видах транспорта, за исключением там, такси, да, возможно. Вот так вот карта. Круто. Так, получается, еду сейчас в охотный ряд. Это мне нужна будет одна пересадка. И ехать где-то 20-15 минут. Ну что, друзья, погулял я по охотному ряду. Выбора, конечно, очень много. Сейчас вышел на Красную площадь. Сейчас вот такая красота здесь. Я, конечно же, не могу не сходить в парк Зарядье, который находится недалеко от Красной площади. Сейчас я нахожусь прямо на Красной площади. Смотрите, сколько народа ходит. Красиво здесь. Так что, друзья, не переключайтесь. Сейчас сходим в парк. Зайдем на мост, который идет прямо над Москвой рекой. Я думаю, там крутой вид. Сами все увидите. Погнали.
друзья, мы сейчас находимся в павильоне Республики Армения, правильно? Да. Республики Армения. Тут продают всякие сладости, с Армении продают всякую одежду, продукты. Там не куча. Что, возьмем орешечки? Вот. Блин, давай 100 грамм возьмем. Давай. Попробуем вообще. Как? Все. Полторушку я, значит, нашел. Ничего такие. Номер. Очень мягкие внутри ананас. Сами они покрыты шоколадной глазурью. Мы с сумком похавали вообще прям вот. Ну что, друзья, настало время рассказать вам, почему я все-таки переехал в Москву. Погнали. Изначально передо мной вообще стояло два выбора. То есть это либо Москва, либо Санкт-Петербург. То есть один из этих городов я хотел, ну, куда-то туда переехать. Но так как я уже был в Москве, я знаю, что здесь, знаю, что тут за движухи есть. Я выбрал все-таки Москву. Но я столкнулся с такими трудностями, как... Чтобы переехать в Москву, собственно, нужны деньги там, ну, хотя бы 100 тысяч, да, там, на первое время. Ну, и как подушка безопасности. Я принял решение продать свою тачку в феврале, 20 февраля. У меня ее забрали. Я тут же купил билет в Москву на 3 марта. И, собственно, я уже здесь. Я уже снял хату. Вообще, хочу найти себя. Друзья, никогда не поздно. Куда-то приехать обратно, уехать, прилететь, я не знаю. Живем один раз, поэтому надо рисковать, надо идти на серьезные поступки. Изначально вообще, когда я думал о Москве, когда уже билет купил, думаю, все круто, все нормально, блин, заряжен был. А когда сел в самолет, и вот ты просто вылетаешь, поднимаешься, и ты понимаешь, что как это очково, ты приезжаешь в город, где никого нет, ни знакомых, ни друзей, никого. И ты просто как котенок вот в этой клетке брошен или в джунглях, там, я не знаю. И тебе нужно самому эту коляску всю вывозить. И это не может не мотивировать. Это такие ощущения, у тебя вот этот адреналин скачет от того, что ты не знаешь, что делать дальше. Собственно, это тоже было одно из немаловажных моментов, почему я переехал в Москву. Тут реальный кач. Тут реально движуха, друзья. Поэтому все те, кто мечтают куда-то переехать, друзья, переезжайте. Пока вы молоды, пока в ваших руках все, пока вы все это можете делать, реализовывать. Я уверен, что здесь я найду себя, и будет все круто. Так что, друзья, оставайтесь на канале, подписывайтесь, самое главное, ставьте лайки, и всегда будьте на позитиве. Все, друзья. Всем пока.